Сегодня, в канун юбилея любимого писателя нашей детворы, в Доме пионеров Ленинского района Москвы торжественная линейка. Ребят принимают в пионеры. Алые галстуки повязывают им те, кто знал Гайдара, а имя его присваивается лучшему пионерскому отряду района. 12 лет назад здесь был создан музей писателя, создан самими ребятами. И теперь пятиклассники, юные тимуровцы, ведут в музее экскурсии. Гайдар всей душой любил Красную армию. Уже в 14 лет ушел в нее, был командиром роты и в 16 лет стал командиром полка. Какая первая книга, которую ты прочитал Гайдара? Самая первая, я прочитал книгу Гайдара «Голубая чашка». Это самое солнечное его произведение. Что больше всего вас привлекает в творчестве Гайдара и в его жизни? А? Как бы по-моему, Гайдар очень решителен. И в своих произведениях он вызывает всю доброту человека. И показывает, каким нужно быть. В Тимуре меня привлекает то, что он помогал людям. Он был добрым. Это, я считаю, самое главное. Если ты добрый, то тебя будут любить. И ты будешь всех любить. И ты поможешь людям. Ни одна детская книга не знала такой судьбы, как Тимур и его команда. Зачем считает в полночь птица нам года? Скажи, зачем? Стихийно, по ребячьему почину, в стране возникло многомиллионное тимуровское движение. По этой книге созданы фильмы, спектакли. В наш репортаж мы включили кадры, снятые на премьере Московского театра юного зрителя «И завтра бой», созданного по повести Гайдара его сыном, журналистом Тимуром Гайдаром. Прежде всего хотелось, чтобы повесть осталась такой, как она всем известна, а вместе с тем, чтобы как-то она зазвучала для сегодняшнего дня. Оставляя ее в том довоенном времени, проблемы, которые волнуют сегодняшних ребят, сегодняшних родителей, сегодняшнюю молодежь, сделать ее, ну, чуть-чуть ближе. Вот, наверное, это самое главное. Звучит марш тимуровцев. А мне вспоминаются слова Аркадия Гайдара. Пусть потом когда-нибудь люди подумают, что вот жили такие люди, которые с хитрости назывались детскими писателями. На самом же деле они готовили краснозвездную крепкую гвардию. Всю свою жизнь Аркадий Гайдар был бессменным мальчишьим комиссаром.